Всем привет! Это новости из Турции. Сильный ураган, сопровождавшийся сильными осадками, повлек за собой значительные разрушения и затопления в Анкаре. Один человек погиб. Сообщение мэрии Анкары в Твиттере. Сегодня во всех районах Анкары одновременно произошли наводнения невиданных за последние годы масштабов было получено 1684 сообщения, в том числе 985 о затоплении, 188 о заблокированных, 106 повреждений, 148 падений деревьев, 125 сорванных крыш и 130 повреждений транспортных средств, сообщили в мэрии. Заместитель министра внутренних дел Исмаил Чатаклы сообщил в Твиттере, что в результате наводнения погиб один человек. Троих детей, оказавшихся в ловушке из-за повышения уровня воды, удалось спасти. В анкаре нашли бездыханное тело гражданина, погибшего в результате наводнения. Личность погибшего устанавливается, говорится в сообщении. Ныне количество осадков составило 20 кг на квадратный метр. Метеорологи и мэрия предупредили, что завтра ненастье будет продолжаться с новой силой и призвала граждан к осторожности. В городе из-за погодных условий был повышен уровень опасности. Это были все новости на сегодня. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!